Документ этот уже ратифицирован Народным собранием Республики Абхазия в ноябре прошлого года. Он не вызывает каких-либо сомнений и призван на самом деле создать благоприятные возможности для тех сотрудников таможенных служб, которые работали, соответственно, или в Государственном таможенном комитете Абхазии, или нашей Федеральной таможенной службе. Мы таким образом продолжаем снимать всякие препятствия для взаимного перетока кадров и для того, чтобы себя комфортно чувствовали наши коллеги, наши союзники, наши друзья.